Надеемся, что... Не подтвердится, конечно, надеемся, ну а если подтвердится, надеемся... Лекарство – это препарат крови. Дорогостоящий препарат, ну, мы получали киевский производитель, но на данный момент даже самим за свой счет его очень трудно приобрести, даже найти в аптеках. Самое главное, чтобы донесли, что помощь нужна, знаете, всем детям. В Киеве, в Харькове, в Москве, в Шахтерске, в Снежном дети есть дети. Каждому ребенку надо помогать. Война – это удел взрослых. Дети ни при каких условиях не должны страдать. Все равно кто эту помощь будет оказывать. Ну, мы поехали. Спасибо.